центр оставляется и нам не вернуть. Вот, а вот вот идет. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи трудящиеся Нижнего Тагила. Я, ну, обычный рабочий. Буду говорить по бумажке, стесняюсь. Я вообще, на самом деле, хочу сказать не в общем вот о том, что сейчас говорят, правда, все плохо. Я хочу сказать не что плохо, а кто мы такие здесь и почему мы здесь, и что мы можем для этого сделать. Вот поднимите сначала руки, кто в магазинах, там в ленте, в пятерочке работает. Пожалуйста, не стесняйтесь, поднимите руки, если кто есть такой. Вот. А кто работает на УВЗ, на НТМК, на каких-то предприятиях, поднимите руки. Видите, вас много. Кто не стесняется, то они тоже наверняка рабочие. Вот поднимите сейчас все руки, кто работает, и посмотрите на друг друга. Видите, вас много. И вас всех объединяет одна маленькая вещь. На самом деле не маленькая, а огромная. Вы все трудящиеся. Вы все трудящиеся, наемные трудящиеся. Вы пролетариат. Мы сейчас все пришли, смотрим митинг, красиво, флаги. Пришли посмотреть, как за нас борются красивые люди с умными словами. Я же хочу сказать, что мы с вами, трудящиеся, можем сами сделать. Поскольку мы пролетариат, у нас есть одна черта. Мы не имеем средств для производства прав, но мы продаем свою силу. Скажите, раз мы продаем свою силу, кто будет ее покупать выше стоимости, которую мы сами поставили? У нас, как у класса, а мы класс пролетариат, есть свои цели, есть свои интересы. Наш интерес – достойная и справедливая жизнь. Правильно? Правильно. И у нас есть цель – построение справедливого общества, справедливого рабочего государства. К нему в данный момент мы можем идти просто своей гражданской активной позиции. У нас есть выборы. Я, честно, в них не верю, но каждый, кто в них будет верить и кто в них придет, он делает свой выбор. Его могут не засчитать, но его видят. Каждый раз, когда мы делаем правильный выбор, мы давим. Каждый раз, когда мы приходим на митинг, мы давим. Мы говорим то, что нас волнует. Также все знают, бензин поднимают, это нехорошо. Что мы можем сделать? Канадские трудящиеся, жители Канады, Германии делают просто. Еженедельно, раз в неделю, раз в месяц бойкотируют одну конкретную нефтяную организацию. Просто не заправляются. И тогда они снижают цены. Не сразу. Но если это сделает один район, один город, одна область, уже будет эффект. Это наша справедливая, честная борьба. Также, наверное, про забастовки грубо говорить, но есть такая статья, это все записано в нашей Конституции. Это 142-я статья. Мы имеем право, когда нам не выплачивают зарплату, приостанавливать свою деятельность. Это наша экономическая борьба. Мы класс. Наша власть, те, кто появились в 91-м году, которые забрали с помощью ваучеров приватизации, наша. Все наши заводы, все эти дома сделаны трудящимся. На этом кургане покоятся не только победители Великой Отечественной и Второй мировой войны. Многие из них застали еще Великую Октябрьскую. Эти люди боролись, как трудящиеся, за новую власть. И эти люди строили мое будущее, ваше будущее, будущее моих детей, ваших внуков. Они боролись. И мы тоже можем бороться законно. Кроме митингов, забастовок, я могу сказать еще одно. В сентябре будут новые митинги, и я предлагаю приходить с флагами, с плакатами, а по вашим законным требованиям каждого из нас, о повышении реального составляющей нашей зарплаты. Раз это наша стоимость нашего труда, мы имеем право не просто просить НДС, пожалуйста, вот у нас тут кризис, давайте по доллару все сремонтируем. Мы продаем свой труд. Мы, каждый из нас, за один, за два часа рабочего времени делаем свою зарплату. Остальное
Мы делаем прибыль нашим начальникам, нашим хозяевам. Они покупают, как мы предлагаем. Мы должны требовать больше. Приходите с плакатами о повышении реального содержания зарплаты. Также мы живем в 21 веке. Когда-то о ракетах мечтали, они полетели. Сейчас, когда-то мечтали о роботах. Сейчас союз станки. Я не помню, какой это цех, по-моему, это сотый цех, не знаю. Я был там по своей трудовой необходимости. Цех огромный и пустой, а он работает. Это все работает, станки, роботы. Когда-то там были люди. И через 5-10 лет почти весь завод будет роботами. Куда нам деваться? Мы должны требовать о сокращении рабочего времени с сохранением зарплаты. Чтобы мы могли развиваться, чтобы мы могли более эффективно трудиться и более эффективно бороться за свое будущее. 6 часов. 100 лет назад люди выходили, говорили за 8 часов. До Великой Октябрьской революции просили хотя бы 11. Вы представьте, 11 часов трудиться, еще что-то просить и получить это. Мы работаем уже практически 100 лет, 8 часов. Нас мучают пробками, нас мучают торговыми центрами, которые уводятся за город. Во многих городах заводы за город уводят, чтобы мы мучились в пробках, чтобы мы не боролись. Товарищи трудящиеся, мы люди, которые дети и внуки тех, кто победил, кто выстроил все, где мы живем. Каждая улица носит имена тех, кто сделал наше настоящее и делает наше будущее. Я прошу прийти домой, когда... Говорите о том, что сегодня произошло. Чтобы вы посмотрели на друг друга в коллективе, на работе. Чтобы вы осознали, что вы класс. Вы не просто общество. Что такое народ? Вот бездомный, он народ. Трудящийся, он народ. Олигарх, он тоже народ. Правитель, мы все народ. А кто будет более активным в таком обществе? Тот, у кого больше денег. Мы должны требовать общества рабочих, где деньги не нужны. Мы за социализм. Мы все дети социалистов. И будем социалистами. Приходите с плакатами о 6-часовом рабочем дне, о повышении реального содержания заработной платы. И приходите поддержать борьбу против буржуазии, против наших врагов, которые нас угнетают, которые забирают наше настоящее и наше будущее. Спасибо, товарищи. И еще минуточку. Вот я опять же говорил, что мы, каждый из нас, может сделать. Кто молодой и инициативный, приходите в дом политпросвещения, в филармонию, 6-й кабинет. Мы вместе сможем сделать многое. Кто реально хочет что-то сделать, приходите. Каждую пятницу в 6 часов, 6-й кабинет, дом политпросвещения. Всем спасибо.